Всем привет. Приехали половить рыбу. Всех с праздником 1 мая. Ловить будем на поплавок, на блесну. Будем на все пробовать. Пробовал на блесну, цеплялась трава, второй заброс с воблера и вот такая вот щучка поймалась. Взялась прям понад берегом, так что первая рыба у нас сегодня щука. Тоже заводь хорошая, сейчас попробуем. Много травы. Так, на другом месте, получается, немножко прошелся, поймал вот такого вот щуренка. Мы его отпускаем, это очень маленький. Пусть плывет. Место хорошее, течение есть. И как раз на течении должно хорошо клевать. Попробуем сейчас на такое покидать. Вот такую вот щучку поймали. Покажи. Такая вот щучка. Тоже клюнула нам. Не клевала, не клевала, как вертолеты пролетели. Поймал щуренка. Вот такого небольшого. Вот такой. Этот тоже маленький. Красиво. Давайте его тоже отпустим. Все, и поплыла. На этом же месте клюнул окунь размером с этот же воблер. Сейчас мы его отпустим. Он сейчас сам сбежит.